В этом году на праздник в гости к ребятам пришли заместитель председателя Десногорского совета ветеранов Людмила Захарова и писательница Елена Семенова, а также библиотекари из Десногорской детской библиотеки. Ребятки, не зря говорят, что русский человек там переживается, где много берез. Посмотрите, сколько у нас много березок, поэтому у нас коллектив всегда дружный. Береза – символ красоты русской природы. О ней сложено много стихов, песен, сказок, существует много старорусских примет. На Руси всегда любили белоствольную красавицу. В своих танцах и песнях ребята постарались передать свое восхищение ею. В мероприятии принимали участие ребята, которые на следующий год будут школьниками. Таким образом, в детском саду «Лесная сказка» прививают детям уважение и любовь к родине, к родной природе и чувство гордости за отчизну. Завершился праздник традиционными русскими пирогами.